А вот, друзья, посмотрите. Какие прекрасные сцены здесь. Дженни и Магда гуляют. Тут целое представление. Ну вот, все спрашивали, где Дженни, где Магда, вот. Подружились, помирились, вернее, помирились, снова подружились, и никаких проблем. Это, конечно, хорошо, что наш народ такой сразу волнуется, переживает, но, друзья, вы знаете, что у Олега Алексеевича всегда все под контролем, поэтому волноваться и переживать не надо. Есть кому позаботиться и о слонихах, и о всех других питомцах тайгана. А вон там Белую скалу видно отсюда. Так что тут и водичка теперь вот у слонов, чтобы они комфортно себя чувствовали до перехода. Давайте сейчас посмотрим, друзья. Вот на этот пруд 4 мая в торжественной обстановке. Сначала в 11 часов пресс-конференция, а потом слоны перейдут в свой вот этот огромный вольер 5 гектаров с этим водоемом глубиной 9 метров, где стратегический запас воды парка Львов-Тайган. Так что 4-го, друзья, много будет интересного. Хотя слонихи, конечно, счастливы, что у них сейчас уже такой вольер. В принципе, они из того вольера сюда приходить будут. Тут у них шикарные домики. Сергей уже
форме тайгановской. Молодец, заботится о них. Водичка, все как положено. Водяной душ, пыльный душ, соломенный душ. Лишь бы слонихам было хорошо. Да, действительно, друзья, не зря вы в комментариях пишете, ими можно любоваться бесконечно. Ну, между прочим, вот так рядышком и не скажешь, что Магда сильно уступает Жене. Может быть, отъелась тут и уже набрала. Хотя не, вот сейчас Женя развернулась, конечно, видно, что она покрупнее. Как в фильме, друзья, видели, когда они в Евпатории купались. Дженни первая, а Магда ее хоботом за хвостик взяла и за ней.